Так, всем привет! Сегодня будем добавлять еще один конвертер к этой традиционной связке, которую в народе называют Горыныч. Будем ловить спутник Астра 19 градус. Конвертер будет крепиться прямо к конвертеру Hotbird 13 градуса. На этой тарелке направление юго-запад настроены следующие конвертера. Итак, это у нас Амос 4 градус западной долготы, Тор 8 градус западной долготы, Астра 5 градус, бывший Сириус, и Хатбёрд 13 градус. И вот к мультифиду, прямо к мультифиду Хатбёрда 13 градуса буду устанавливать еще один конвертер на спутник Астра 19,2 градуса восточной долготы. Меня интересует в основном канал Евроспорт и MTV, так как они тут на этом спутнике открытые, но возможно не получится на моем месте настроить именно частоту, где Евроспорт, потому что вот эти вот деревья, они как раз могут затенять этот луч. Но остальные транспондеры с Астры лупят как из пушки, хочу вам сказать. Устанавливаться будет на вот этот конвертер. В общем, конвертер сюда подойдет абсолютно любой линейной поляризации диапазона. Вот таким вот образом будет крепиться конвертер на мультифиде прямо к Hotbird'у. Мультифиду Hotbird'а. Устанавливаться будет на вот эту вот трубку. На вот эту трубку мультифида 13 градуса. В каждой местности по-разному. Может быть, у кого Астра будет впритык к Hotbird'у идти, у кого-то наоборот чуть подальше, чуть вперед, чуть назад. Я на юге проживаю Украины, у меня только вот так вот будет впритык. Вот такой вот конвертер, крышка облучателя давно рассохлась. Поставил на время вот эту крышку вот с другого конвертера. Но это не суть, работать будет. Итак, подкручиваем напрямую кабель к головке, точнее к тюнеру. Вкручиваем туда, где на тюнере написано LMB IN. Я буду настраивать через старенький Tiger 4060+, так как эти каналы идут в MPEG-2. У меня под рукой сейчас HD. Нету под рукой HD тюнера, что буду ловить именно на этот старый добрый лобоподобновский. Итак, заходим в список спутников, находим нашу Астру. О, пролистал. Так, Астра 19 градус. Вот Астра. Я буду настраивать по частоте 11973. Это частота, где MTV. А частоты можно посмотреть на списках. Ну, точнее, набираем в поисковике таблица частот. Спутник 19 градус. Каким вы там браузером пользуетесь, не имеет значения. Так, заходим на сайт. Я вот на этом сайте посмотрел, мне удобно на этом Лугасад. Так, скроллим вниз. И вот интересующие нас каналы. Вот он, Евроспорт, Deutschland 1. И MTV Germany. MTV Plus, кстати, не нашел этого канала, хотя прописан на той же частоте. И, кстати говоря, тут еще был пакет с международными российскими каналами, интернациональными. Но остался только ТВ-РУС, вот он, вот его частота 11612, горизонтальная поляризация, символьная скорость 22 тысячи. Кстати говоря, тут даже американские фильмы показывают, что меня очень приятно удивило. Вот, в общем, вот эти интересующие частоты, можно их выписать, найти в списках транспондеров спутника 19 градус тюнере, если нет, то вписать вручную. Как это вписать, тоже есть куча информации на YouTube. Итак, вот уже конвертер установленный, как видим. Вот конвертер 19 градуса устанавливается, как я говорил, прямо к трубке мультифида Hotbird'а 13 градуса. Вот таким вот образом. Крепко затягиваем, при этом следим за качеством сигнала. Вытягиваем максимальную шкалу и только потом затягиваем уже все болтики. Для точной настройки конвертер нужно прокручивать вокруг своей оси. В данном положении
в юго-западном положении. Крутить нужно слева направо. А. Ну и напоследок коммутируем. Подключаем кабель к конвертеру, который установили. И кабель вкручиваем в порт DC-ка, в любой свободный порт. В моем случае это LNB-3. То есть в тюнере тоже нужно выставить соответствующий порт, третий. У меня подключен к третьему порту Astra. Как защищать и обжимать кабель, я не буду останавливать на этом внимание. В YouTube куча информации по этому поводу.